Всем привет, вы на канале Apollo Games, а это Overkill The Walking Dead. Так, у нас тут задание «Милый дом». Сейчас его будем проходить. Я поставил снайперку ТЗ Нагант, эту новую, которую мы выбили. И посмотрим ее в деле. Так. Последнее задание обернулось для нас неожиданностью. Вместо того, чтобы найти семью, планирующую атаковать наш лагерь, мы нашли новую группировку под названием «Бригада». Эти ребята открыли настоящую охоту на семью. Мы еле выбрались живыми, но за нами по пятам следовал их главарь Хёрст. У него к нам простое предложение – примкнуть или умереть. Защитите свой лагерь от бригады. Хм. Это опять защита лагеря? Мне, может быть, тогда автомат лучше взять? Не, давай возьмем так, как есть, и начнем. Примкни или умри. Вот что мы услышали на рассвете. Когда они окружили наш лагерь. Прямо как в тот раз с семьей, но эти ребята отличались от них. Это было видно потому, как они действовали. Они были готовы без лишних вопросов убить нас. Всех нас. После этих слов, Хезер, она была настроена решительно. Несколько часов назад мы были готовы покончить с семьей. А теперь появилась новая банда уродов — бригада. Именно они были причиной нападений семьи на нас. На них давила бригада, а теперь под ударом мы. Как я уже сказал, Хезер была настроена решительно. Они ждали этого ответа, и она заплатила за него. Все мы теряли близких, от ходячих, от голода, но это совершенно другое. Эти люди — чудовища, и они убили Хезер. Они думали, что это сломает нас, что мы испугаемся и будем молить о пощаде. Но они разворошили осиное гнездо. Установите защитные сооружения. Я выбрал бочки, но их тут уже нет. Я, видимо, поздно подключился. Так, всем приготовиться, солдаты бригады на подходе. Давай, я не знаю, где-нибудь здесь встанем. Со снайперки наши сейчас постреляем. Вон они уже идут. Понятно. Блин, ну они выглядят вообще... посерьезнее такие ребята. Ой, он остановился. Черт. Ох, какая долгая перезарядка у этого оружия. Так, бегом, бегом, бегом. Нельзя ему позволить это сделать. Ладно. О, привет. Черт. Да, что ж такое? Ты что тут летаешь? Да, интересно, как-то очень передвигаются персонажи. Давай, начинай, и я тебя убиваю сразу, и все. Так, эти в шлеме. Куда убежал? Нормально. Неплохо так, они гонят солдат через двор, быстро туда. Мы только вдвоем О, третий кто-то подсоединился. Так, враг устанавливает, сейчас остановим, подожди. Ой-ой-ой, или нет? Так. Я попал. Я попал, но умер. К сожалению. Так, шлем слетел. И давай вот так вот. Блин, снайперка, конечно, подвела в том плане, что здесь нет столько времени, чтобы перезаряжаться. Так, ну я думаю, меня в принципе поднимут и... Или нет? Да, думаю, поднимут все-таки. Не дайте бомбе взорваться. Так, тихо. Сейчас мы его... Нормально. Все, давай, иди сюда уже. Ладно, пока перезарядимся. Ой, там что-то все очень плохо, а этот вообще просто стоит и ничего не делает. Его даже стреляют, а ему плевать вообще. Нам нужно за 30 секунд как-то что-то решить с той бомбой.
Давай что-то решать. У нас, если что, есть коктейль Молотова. Ой, нам еще ее обезвредить сейчас за 20 секунд еще же надо. Да. Не, мы никак не успеваем. Я не знаю, только как-то так. Я обезвреживаю. Пока они тут крутятся. Ай, сейчас начнут стрелять меня. Угу. Нормально, нормально. Не, ну снайперка мне нравится, но говорю, она не для этой миссии вообще. Этот все равно фукашит, так что пофиг то, что его убили, нам. Нормально. О, боты, конечно, посильнее, но они все равно такие же тупые. А, что ж такое-то, а? Не, бомбу нужно обезвредить быстрее. Присядем. Но что-то мне кажется, все, это финиш. Они закладывают бомбу. Все понятно, короче. И туда снова бежать. Ну, команда просто мечты. Ай, ладно, плевать. Бежим, бежим, бежим. Так, он где-то здесь. Да... Они как-то не очень логично двигаются, вот меня это раздражает вообще. Так, ладно, палкой с ним разобрались. Ну все, да, это финиш. На этот раз я взял винтовку. Блин, я опять не успел на защитное сооружение, я себе эти бочки же взял, все хотел их попробовать. Так, нам нужны патроны. Взять. Так, ну думаю, с автоматом будет куда полегче. Так, они опять пойдут отсюда. Хотя мне, наверное, нет. Вообще отсюда. А вот они уже пошли. Так, я ничего не вижу. Молотов их остановил. Ну, вроде как да. Ладно, команда вроде нормальная. Такие. Сразу все набежали. Смотрите, в оба они идут через ворота. Сейчас встретим. Ой-ой-ой, я упал. Как-то я не в очень хорошей позиции. Давайте чуть-чуть отойдем. Так, еще пруд. Да, автомат, конечно, не очень точный. Разброс просто дикий. Но зато много патронов. Для такой толпы самое то. Ага, патрончики. Так, надо поближе подходить по-любому. И тут сейчас патроны заберем. Пока можно и похилиться, еще покрафтить. Как раз полностью успеем отхилиться. А, уже там пошли, что ли? А, вот. Ну вот так вот я их сейчас встречу нормально. Черт, из-за этих коктейлей нифига не видно. Ох, разброс. Просто дичайший. Ну ладно, нормально. Так, один умер, но его уже поднимают. Сейчас я этого сниму. Ох, попасть не могу. А расстояние это явно не для этой пушки. Так, бегом, бегом. А, нельзя, чтобы там уже... А, ну уже не успеваем, ладно. С револьвера немного постреляем. Нифига себе вас тут. Надо обезвредить ее быстрее. Нифига себе, ты мне выходишь в лицо, с дробаша стреляешь. Так, ну тут я должен обезвредить. Нормально. Что-то они как-то там посыпались. Вроде как такая хорошая тима была. И все, что-то там начали дохнуть. Хотя, может быть, там до хрена народа сразу прибежало.
Так, у нас немножко есть передышка, нам нужно сбегать за патронами. И ресурсами, наверное. Так. Ага, через ворота, вон они. Сейчас. Май, отсюда я все равно не дострелю. Снайпер. Снайпера сейчас снимем как-нибудь. Давай поближе уже подойдем. Так, вот челик. А, это броневик этот. Гребаный. Сейчас с ним разберемся. Нормально. Так, еще один снайпер, и он меня убил. А, вот он. Почему я в голову-то не попадаю? Вот, сойдет. Ай-яй-яй. Сейчас этот убьет тут всех. Ну что, пока бинтики покрафтим. Надо коктейльчик в кого-нибудь кинуть. Чё, блин? Не использую их нифига. Так, бинты. Ай, вон еще идут. Ага, с этих ворот. Там броневик, между прочим, идет. А тут я коктейль как раз запущу. Так, броневик вроде не на меня выходит. Так, вот так. Еще вот тут сидит. С этих ворот еще. Броневика нужно убить точно прям. Мне не нравится вообще, как эта пушка стреляет. Ну и все. Тут надо быстрее сдаваться. Но я, в принципе, еще постреляю броневика, чтобы ребятам полегче было. Я думаю, я его убью. А, ну все, мы снова проиграли. Ну вот, в этом матче вроде все хотя бы более-менее нормально. Правда, с самого начала какие-то фризы. Я не знаю, видимо, сервера лагают. Я думал, сначала просто неполадки временные. Так. Ой-ой. Мне нужно быстрее сюда. Так. Ну, черт. Так. Успею? Вроде да. А самое главное, чтобы этот сейчас по мне не начал стрелять. И он как раз сейчас начнет стрелять. Но мы его добьем, да? Блин, нифига ты выходишь. Так, этого-то поднимают. Я пойду следующего, ну, второго подниму. А, тут челики. Просто так я это не сделаю. Мне нужно сначала с ними со всеми разобраться. Ой-ой-ой. Это я зря. Я промахнулся. Так. Кстати, почему он по мне попадает? Я все равно могу стрелять лежа. И бомба сейчас взорвется, да? Так, куда побежал? Мне даже урон не нанесся. Ну, меня, наверное, уже не поднимут. Тут, я так понимаю, как с сумками, максимум три бомбы может взорваться, а потом мы проигрываем. Одна взорвалась. Так, щитовик идет. Может быть, я его сейчас так вырублю, если он на меня пойдет. Да, идет. Давай. Блин. Ну. А, меня еще и подняли. Я решил его ближним оружием, но нормально. Так, патроны нужны срочно. Ох, сейчас я отъеду здесь. Где мои патрончики-то взять? Всего лишь 19. Так, тут я поднимусь. Осторожно только. Ах, снова умер. А, тяжко. О, хотя бы снайпера сейчас застрелю. Нормально. Жаль, второго не могу. Черт подери, они все лезут и лезут просматриваться. Найдите Калиба, найдите ПГН.
И все умираем. Классно. Мы уже почти прошли. Фух, я тут уже играю, наверное, раз 20-й. Так, надо обезвредить бомбу быстрее. Самое главное сейчас не умереть. Все. Да, есть. Все, я убегаю отсюда. Я просто ухожу. Нет, ну это не может быть поражением. Ну никак, нет. Нельзя, просто нельзя. Так, 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 так. Блин. Не дать успеть. Фух, успел. Ай, там еще один. Черт, это все. Ну просто капец. Неужели? Теперь найти осталось Калиба и ПГН. И вроде как все. Ну, главное теперь здесь не умереть. У меня патроны вообще полностью закончились. Нам нужно еще бы поднять. Мне придется вообще посохом, походу, воевать с ними. Так, тихо, осторожно. Так, куда побежал? Так. С этим мы разобрались, а у нас тут еще броневик. Ну, ща толпу его запинаем. Быстренько. Так, патроны, патроны. Мне они очень нужны. Так, где их найти-то? А, вон, показаны они. Один здесь, получается. Сейчас за ним сбегаем. Блин, там снайпер на крыше. А, их бы снять. Ой, так я умру. Да, что и случилось. Отлично, угу. Вот это вообще отлично сейчас было. Ты чё бегаешь? Так. Ну ладно, будем хотя бы так отстреливаться. Так, сейчас нас поднимут. Тут нормальные ребята попались, которые постоянно поднимают. Ну и я их тоже поднимаю. Соответственно. Снайперов у нас тут вообще капец развелось. Так, тихо, этот сейчас меня снимет. Проблема этих снайперов в том, что они, блин, ваншотают, то есть, ну, сразу прям убивают, и все. Так, найдите Калиба. Там, что ли? Хм. Нет. Его сюда привезти? А, ну вон он, куда я и хотел сходить. Да, доведите Калиба до безопасного места. Быстро к воротам, бригада атакует. Ну, мы немного сдержим. О, с такого расстояния это бессмысленно просто. Да, кстати, у меня тут тактика была вот такая вот. Из укрытия быстро вылазить так. Снайпер. Так. Ну, что там, они не доводят его еще? Ай, броневик. Так. Ну все, сейчас уже доведут. Можно пока поиздеваться. Все, найдите Эндерсона. Еще Эндерсона найти. Они тут сами себя найти не могут? Ай, ладно. Так. Окей, уже разберемся. Только вот в нас снайпер целится. А, ну да, и он нас и убил. Нормально, так нормально. Ну ладно. Хотя бы так подстреливаем. И что ты на меня встал? О, проблема вот эти вот с анимацией. Доведите Эндерсона до безопасного места. Так. Чилик меня поднял. И тут можно еще заодно похилиться, если у нас еще какие-то задания будут. Так, эти скоты заплатят за все. Все, наконец-то. Наконец-то. Каток 30. И задание все-таки выполнено. Так. Новые трюки старого кота. Что получены достижения? Так, короткий ствол. Это, видимо, на двух стволах какой-то. Ну, очевидно. Так, карте. И что это? Последняя остановка. Сюжетное задание в отчаянной попытке спастись вы изобрели в метро округа. Это смертельный лабиринт, полный ловушек и ходячих.
Блин, я хотел тут еще типа этот экспедицию сходить, но, видимо, уже в следующей серии мы пойдем выполнять последнюю остановку, потому что ничего другого выбрать я не могу. Ладно, на этом я, наверное, уже буду заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.